тут проснулась в своей новой квартире, сладко... Ёбни меня плеткой, подруга, с таким голосом. Что ты делаешь-то? Ребят, плохая новость. Постигла наш дом. Хороший человек был. Похуй. Что он себе, сука, позволяет этот уебан, блядь? Кто он такой, нахуй? За такое надо наказывать здесь, что? Помоги мне, блядь! Идиот, помоги мне! Что это? Полиция Украины, блядь. Знаете, иногда такой сидишь и думаешь, блядь, вот бы мальчика какого-нибудь. Хай, крысян. Че с ебучкой у тебя, брат? Я вижу, ты носишь очки, но я не вижу, чтоб ты разглядел угрозу у нас. Ебан? Ебать, гениально. Оу. Ауф. Угрозу у нас. Я вижу, ты носишь очки, но я не вижу, чтоб ты разглядел угрозу у нас. Уебан? Ты заебан. По голове нихуя рте. Вы чё, охуели совсем? Вырубить нахуй его? Ну давай попробуем, блин. Скажите, что вы видите? Саня, это бобёр! За шо, блядь? Вы как вообще? Готовы пизды получить? Просто дебил тупорылый. Я хочу отъебать тебя жестко. Куда же запихивать? Соси хуй, уебище, блядь! Где тут подсказка? А я, кажется, догадался. Строго. Здорово. Бля! Вы что, думаете, я сдамся, блядь? Я битву проиграл, нахуй. Ну не войну, блядь. Вы знаете, что этот человек значит для меня? Ебать, гениально, нахуй.